Прикарий или прикария – это термин позднелатинский, поэтому пятиклассники – здравствуйте, и шестиклассники – здравствуйте, так как термин прикарий в средние века очень активно использовался. 298-й термин – прикарий. Этимология, то есть происхождение этого понятия из латинского, то есть прикариум означает «данный во временное пользование». Или прикариус – временный приходящий. Определение прикария – это условное земельное держание в эпоху Средневековья, то есть временное земельное держание, которое крупный земельный собственник передавал в пользование, иногда на несколько лет, может даже на 10, а иногда и пожизненно, то есть до смерти. После смерти, то есть наследство – этот участок или это земельное держание не передавалось. Кому передавалось прикарий? Этот участок или земельное держание передавалось безземельному или же малоземельному человеку по его письменной просьбе, за что получатель земли или прикарист должен был платить оброк. В некоторых случаях, правда, оброк заменялся на барщину в пользу собственника, то есть сам даватель он и определял. Ну, как правило, это была плата оброком. По сути дела, это был механизм для возникновения крепостного права в европейских государствах, то есть в раннее Средневековье. Ну, возникал он, конечно, позднее древнее время, то есть поздней Древнеримской империи. Прикарий был самым распространенным способом втягивания свободных крестьян в феодальную зависимость. Прикарист, отказавшийся от права собственности на землю, превращался в держателя, попадая таким образом по земельную зависимость. Прикарий получил особенно широкое распространение в 8 веке, потом в 9 и далее. Существовало несколько видов прикария. Прикарий данный, при котором собственник земли предоставлял просителю свою землю. Прикарий предоставленный, при котором мелкий собственник земли под давлением обстоятельств передавал право собственности на свою землю, то есть дарил свою землю крупному земельному собственнику. Очень часто это была церковь. А затем получала эту же землю обратно, но уже в качестве прикария, пожизненно или даже могло бы даже наследственно, но только на одно, очень редко на два поколения. Третий вид прикария. Прикарий с вознаграждением, когда крупный земельный собственник добавлял к предоставленному прикарию дополнительный участок земли. Часто это были необработанные земли, то есть прикарист должен был ее обработать, и уже обработанная она возвращалась собственнику. Спасибо за внимание. Следующий 299-й термин будет посвящен понятию префект притория. До свидания.